По традиции, в преддверии Международного женского дня в Доме музея Пророкова открылась выставка под названием «Вечная весна». В экспозиции акварель, графика, батик. Авторы работ исключительно женщины. На этот раз представлено творчество 6 ивановских художниц. Грустно, что мало молодых. Вот одна Ксения Новикова у нас присутствует здесь. А в основном, в общем-то, старший комсостав. Многие просто не дошли до выставки. Видите, какой беспредел на дорогах. Вот, не принесли свои работы. Очень жаль. Но в целом выставка получилась очень легкая, весенняя, дающая надежду. Поскольку выставка весенняя, то и тематика работ соответствующая – неувядающие цветы и лиричные пейзажи. Это та хрупкая красота вокруг нас, которую удалось запечатлеть художницам. Я очень люблю творчество Натальи Демьяненко. Она близка как-то по духу, по цветовому сочетанию. Очень нравится работа Тани Емельяновой. Это батик, который здесь представлен. Ну и Надя Смирнова прекрасные работы представила. Вот роза мне ее очень нравится. Но и другие тоже работы вообще-то все к душе. Эти работы созданы для того, чтобы дарить людям радость и поднимать настроение. Когда душа продрогла и устала от затянувшейся зимы, то ей прямая дорога в вечную весну. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.